Дом должен быть безопасным. Переселение ивановцев из аварийного жилья обсудили на заседании регионального правительства в среду. На 1 января 2012 года 2% от общего числа многоквартирных домов признаны аварийными. Переселение идет, правда, не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Кроме того, зачастую, въезжая в абсолютно новые квартиры, новоселы не всегда имеют возможность насладиться уютом и новой обстановкой. Общую картину портят многочисленные недоделки. Павел Коньков призвал глав администрации быть внимательнее к мелочам. Ну вот мелочь. Типа мусора между оконными рамами, или там, когда в каких-то случаях личина замочек есть, а выемки не сделаны в этом месте. Дверь открывается, упорчик к ней не стоит. Ну, ведь все это же видно. Но гораздо хуже, когда новое жилье и вовсе не пригодно для жизни. В отношении одной подрядной организации, которая построила дома, не отвечающие требованиям безопасности, уже возбуждено уголовное дело. Речь как раз идет о малоэтажном строительстве, предназначенном для переселенцев. В Приволжском и Ивановском муниципальных районах в процессе эксплуатации новых домов были выявлены замечания, которые стали результатом некачественного выполнения работ подрядной организации и недостаточного контроля со стороны администрации муниципальных образований за ходом строительства данных объектов. Выявленные нарушения сейчас устраняет подрядная организация в рамках гарантийных обязательств за свой счет. А все дело в том, что дома высотой до 3 этажей не подлежат экспертизе. Полагаться приходится на совесть подрядчика, что не всегда оправдано. Правительство Ярославской области уже бьет тревогу на этот счет и требует поправок в закон. Поправок в градостроительный кодекс о необходимости проведения экспертизы проектной документации вышеуказанных объектов жилищного строительства и поднадзорности данных объектов государственному строительному надзору. В областном центре на сегодняшний день 23 аварийных дома. Большую часть запланировано расселить к 2016 году. Как и любой муниципалитет, Иваново задействует на эти цели деньги Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства регионального бюджета и свои собственные. Финансируем предприятие по переселению граждан в 2014-2015 году составит 201 миллион рублей. При этом сумма финансирования города Иваново составит 61 миллион рублей. Это связано с тем, что мы оплачиваем общую площадь предоставления жилого помещения, превышающую общую площадь ранее занимаемого жилого помещения в арендном жилом фонде, а также на покрытие разницы значения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Ивановской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Знаете, придется из городского бюджета платить. Можно подумать, что речь не о бюджете, предназначенном для жителей города, идет, а о каком-то благотворительном фонде, собранном частными инвесторами. И вот они вот как бы благодетельствуют, разрешая из бюджета потратить деньги на эти вещи. По итогам заседания Павел Коньков поручил главам администрации сформировать обновленный реестр аварийных домов с учетом жилья, еще не включенного в перечень. Обновленную информацию необходимо будет передать в департамент ЖКХ. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.